Он сейчас привлек швейцарского... Конец беспредела ДГИ. Швейцарского... Гаманова отставку. Очередникам жилье в кратчайшие сроки. Бюджетные деньги на бюджетное жилье. Гаманов коммуналку на пожизненный срок. Многодетным семьям отдельную льготную очередь на жилье. В социальном государстве должно быть социальное жилье. Ну, итак, к вам оказалось наконец-то возможным подобраться. Ой, спасибо. Полиция разошлась. Да. Вы знаете, они настолько были любезны, что я им, правда, посоветовала, чтобы они, может быть, заняли бы более полезным делом, постирали бы трусы Навальному, ну, может быть, кому-то еще, другому. Полезным делом занимались, а не меня проверять. Такой вроде порядок мы должны. Я им, правда, паспорт не мог показать, потому как у меня руки заняты. Я плакат держу. Вот. Но я им назвал все. Ну, развернулись и ушли. Может быть, и... А чему посвящен ваш сегодняшний пикет? Что такое ДГИ? Я, честно говоря, затрудняюсь. Департамент городского имущества, который принимает все решения по жилью и принимает такие решения. Ну, что там говорить? С ними многие многодетные судились и не могли попасть и встать в очередь. Вот какой департамент городского имущества. Ну и, конечно, вот в этом году квартиру, которую должны были получить очередники, выкупил какой-то чиновник, по-моему, чтобы я не был голословным, за 4 миллиона и продал за 20 чем-то миллионов. Нормально. О, как хорошо. Да, хорошо. Они ведь не воруют, но дело в том, что на очередников у них нету ни средств, ничего. Но если говорить о том, что на 2021 год, Московская городская дума подтвердила или поддержала вот именно проект Собянина на благоустройство города Москва 100 миллиардов, а на жилье, где ютятся в очереди за 50 тысяч, 9 миллиардов. Вот именно. На жилье они не могут, а вот на благоустройство города, в чем она заключается, вы сами понимаете, плитку тротуарную летнюю на зимнюю и наоборот, и так же самое бордюрный камень. Вот я хочу сказать, что Собянин должен бы, конечно, быть представлен к Нобелевской премии за то, что он доказал всему миру, не только москвичам и россиянам, что срок хранения пищевых продуктов гораздо больше, чем срок службы бордюрного камня и тротуарной плитки. Вы поняли? Да. Я думаю, что что-то полезное они сделают. А вот выдвинуть на Нобелевскую премию Собянина выдвинут. Вот почему? Потому что он жилье, например, на Садовической набережной, было же Навальным тоже раскрыто. Там живут все чиновники, да? И если он в ролике есть, ролик это «Стали миллионерами за наш счет». Ну вот таким образом квартиры скупили за копейки, разбогатели, не будучи даже в очереди. Да вот у меня в моем же районе такая же ситуация происходит. Построили два дома впритык друг к другу, один старый, другой по реновации. Расстояние между ними 14 метров. То ли 14, то ли 17, могу ошибиться. Но очень маленькое. Да. Люди терпели, думали, ну как же, строят же впритык. Значит, сейчас построят, мы туда переезжаем, а этот дом сносят. Не тут-то было. Дом построили, и оказалось, что туда заселяют неизвестные люди из других районов, которые вообще не имеют отношения к реновации. Судя по всему, город просто решил заработать хорошо на продаже этих квартир. Ну, если вы об этом говорите, я могу сказать, что, видите ли, Навального-то он сам себя отравил. Ну, конечно, у него диабет. Здесь-то власти ни при чем, вы понимаете? Так же самое и здесь. Отказались от жилья и вот поселили других. Вот. Дело в том, что
Путин признался в том, что надо бы, мы довели бы до конца и убили бы Навального. Но где это видно? Это какая наглость, какое бесстыжие, бессовести, вообще ужас. Меня, конечно, это не только меня, а все люди знают, весь народ знает, что власть прогнила до потери пульса уже. Ну все, гнилая власть. И главное, между собой там дерутся, но не уходят. И самое интересное, Навальный, чтобы вам было известно, он агент какой? Иностранный? Всех сразу. Иностранный агент. Хотя в Государственной Думе заседают депутаты, у которых не только гражданство, недвижимость за кордоном, счета, конечно, огромные. Даже семьи там и дети там учатся. Но ничего, не у власти, потому что по закону якобы можно. Хотя это запрещено. Но дело в том, что Платошкин сидит почему? Потому что он конкуренцию создает какую Владимиру Владимировичу? Он гораздо умней нашего президента и гораздо умней и говорит, и не только говорит, а и сделал бы. И призывал, кстати, Владимира Владимировича к тому, чтобы он опомнился и одумался, и что-то сделал для народа. Но удивительно, что Глазева еще не сажают. Да, вы знаете, я думаю, что скоро будут сажать всех блогеров, того же Караулова, который тоже продолжает говорить правду, вот. И самое интересное, что не слушают ни народ за Фургала, а гнобят Фургала. Ищут, конечно, везде причины, поводы. Поводы, да, ищут, чтобы только посадить, убить, уничтожить. Если не удалось отравление Навального, но, правда, там ФСБшник-то признался, потому что быстро все произошло настолько, то самолет сел неожиданно быстро, и неожиданно быстро приехала скорая, которая ввели. И он выжил, спасибо, конечно, он и поблагодарил этих товарищей, всех, кто участвовал в спасении его жизни. Но Путин выступил, оказывается, за спасителя. Он же только позвонила ему жена, когда был он уверен, что новичок уже исчез и не проявится в анализах. Он тогда дал команду выпустить Навального в Германию. Как вам нравится? Да, да, он такой добряга, такой справедливый, такую любовь проявил к Навальному, что я сейчас уже сомневаюсь, если его вдруг посадят, если он приедет. Я сомневаюсь. Если Навального и посадят, то только чтобы защитить от происков западных спецслужб. Потому что нет более надежных мест в России, чем тюрьмы особо строгого содержания. Ну почему не в тюрьмах все иностранные агенты из Государственной Думы? А Путин о них не очень заботится. Он знает, что это предатели. А Навальный свой. Поэтому ему особые условия. Понятно. Если что, это все юмор и сарказм. Потихонечку становится все ясно. Кто мы? Разберемся. И кто нами командует? И что нам желают? Нами не командуют. Но гробят конкретно. И я вот смотрел передачу Караулова, где он сказал, что рабы, народ раб. Раб Божий. Но зато я вам хочу сказать, что Владимир Владимирович работает как раб на галерах. Работяга. Да, и вы знаете, что ему очень удалось ограбить всю Россию и весь народ российский. Да. А вы знаете, вместе с его командой. В слове ограбить есть корень раб. Грабить, рабить. Да, да, значит, да. Дело в том, что вот это вот его самый большой успех за все пребывание его у власти, как президент. Ну, я хочу сказать,
большое спасибо все-таки хабаровчанам, нельзя не отметить, ну такой народ. Я даже познакомился с одной семьей из, как его, Комсомольска-на-Амуре. Вы с таким выражением лица это говорите, как будто вы познакомились с какой-то симпатичной дамой. Вы знаете, она и симпатичная, и муж у нее очень симпатичный. И я привет передаю вам, дорогие мои, я не забыла вас, помню. Так что мои пожелания передали, передавайте всем вашим друзьям и соратникам, и избирателям в обязательном порядке. Я еще подразумеваю под этим словом всех молодых людей, которым исполнилось 18, которые будут в следующем году участвовать в выборах, чтобы они были готовы и уже не только готовы, а должны информированы, за кого и как голосовать, дабы мы, как просил Николай Николаевич Платошкин, законным путем эту власть свергнуть эту власть, как говорил Николай Николаевич Платошкин. Наш, кстати, будущий президент. Спасибо.